Классические и эстрадные мелодии, а также фольклорные мотивы в исполнении народных коллективов прозвучали в городском округе Химки. Во время отчетного концерта свои таланты продемонстрировали ученики Центральной детской школы искусств. Поддержать юных исполнителей пришли бабушки и дедушки, родители, братья и сестры. Ну и, конечно же, руководство учебного заведения. Детям, безусловно, дает это счастливое детство. Я сама выпускница этой школы по нескольким специальностям. И, конечно, это самое ценное, что есть. Это вот эти моменты выступлений, аплодисментов и возможность поделиться всем тем, чему они научились за эти годы, работая с нашими преподавателями. На отделении русских народных инструментов в школе искусств на улице Чапаева, 6, учатся больше сотни детей. Аккордеоны, домры, балалайки, гусли. Каждый ребенок выбирает тот инструмент, чье звучание ему ближе всего. Подобные отчетные концерты проходят в ЦДШИ регулярно. Посещать их могут все желающие. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте учебного заведения dshi.info.